Да, непростой сегодня матч получился. Ты забил. Какие эмоции? Поделись вообще впечатлениями по сегодняшнему матчу. Ну, эмоции от того, что забил, я очень рад, потому что я в команде Краснодара уже давно так не забивал, хотя много выходил. Ну, не настолько давно, но мне так казалось. И я уже жаждал забить гол, чтобы уже получилось. Вот, этому я рад. Но в целом я доволен, что команда отыгралась, что показала характер. Я считаю, мы больше владели мячом, у нас больше было голевых моментов, мы как бы переиграли команду соперников, но на своих ошибках тоже надо чуть-чуть в этом плане получше обращать внимание. Как оценишь свою игру сегодняшнюю? Доволен? Нет? Ну, не знаю, так тяжело еще судить, но доволен, что забил, доволен некоторыми моментами, где-то доволен, где-то нет. Как выходил на поле? Сильно волновался или спокойно выходил на поляков? Нет, я спокойно выходил, больше был мотивирован, не волновался, ну, так, если только чуть-чуть. Но это всегда бывает перед матчами, в принципе. Вот, уже хотелось сыграть, ну, большее количество времени, чем я в последнее время играл, и я был рад, что это получилось. Польшу разбирали. Что-то сегодня было такое, что не было озвучено, или вот как-то они смогли взять, или все, что ждали, так и было? Да, что ожидали, так и было, там, ну, за исключением некоторых нюансов, но в целом мы таких и ждали, такую схему, такую игру, то же самое. С каким настроением поедем в Эстонию? Немного грусти или все-таки спасли игру, и это уже хорошо? Да, то, что получилось спасти игру, я думаю, будет хороший настрой у нас, едем за победой, это 100%.